20. О, день фарма. ЛГРН, 2 ТЛФ. Да, я нормально поспал. Я, в принципе, не прям уж так уж устал. Лег почти, в общем-то, сразу как-то хуйню закончил, плюс-минус. Может, через полчаса. Почти, как обычно, я ложусь, может, чуть позже. Так, у нас вроде статы хорошие. Статы вроде хорошие. Я эту руму не понимаю, ну хотя вот, видимо, статы нужны, окей. Без стата рума очень, наверное, плохая, наверное. У тебя будут очень плохие статы. Тебя просто могут так кружить с всех сторон нахуй, и ты ничего сделать не сможешь. Shadow. Там, я думаю, не в магаз, не в эту руму, нет смысла пока идти. Эвос, Эвос на боссе нажму. Редизайр. Бомб все еще нету. Мечта маленького ангела Йоба. Вообще смешно, у меня обе тренки на сделке. Что первая, что вторая на этаже. И то, и другое влияет на сделку, только на разные сделки. Хуёбус, хуёбус. Довольно неплохая дальность. Я спрячусь. Французские страты. Я, по-моему, у кого-то фасуда-то видел стратку. Я в домике, нахуй. Нет, это реально смешная стратка. Коробка, думаю, язык, наверное, все-таки не это. Не бустит. Блять. Не, реально, кстати, это же с умом. Это реально с умом. Типа даже не особо сложно сделать. Типа хитбокс довольно узкий, но типа просто не дергайся. Все. Сука. Эпик. Реально очень душные твари. Очень неприятные. Это так, это что за параша? Это я опять не понимаю, это оно или это не оно? Окей, это оно. Хорошо. Так, ладно, а это монеты, слава богу. Не будем блайндом рисковать. Жан, мне твои сообщения все больше и больше не нравится с каждым днем. Ёпта. Что я делаю? Рума тоже очень плохая, без стата, но стата вроде есть. Только давай в лучшую сторону, окей, не в худшую. А то можно в разные стороны исправляться. Блять, альт не аноми, только не надо этого сюда. Не надо про альт не аноми. Зачем я вообще-то зашел один раз в жизни, господи, нахуй?
как же на Ютубе все плохо. Какой пиздец там нахуй происходит со стримами по языку. Просто, блядь, какая-то психпалата, блядь. Где, походу, остался перед этим румом. Я могу потом зайти, ладно. На благо не пропадет. По крайней мере. Два места. Гапиум, опять гапиум. О, сундуки можно, это, кстати, правда. Это правда. Скучные. А, лучше, чем лучше, чем ничего, наверное. Так, я там что-то вижу. Все в кучку. По-моему, золотая ничего не делает, да. Там, наверное, не может быть эффекта никакого, наверное, уникального. Не, конечно, он мог быть, если мы что-то, конечно, сами придумали, но... Вроде это никак не усилит эффект. Поэтому там половина вообще никаких эффектов золотых нету. Не додумали. Трель. А, наверное, я взорву автомат, мне деньги нужны теперь будут с вип-магазом по-любому. Турик поиграл, я вчера выиграл. Блин, 47, это конечно, да. Это, конечно, не для крестьян беззубых такие цены. Это, конечно, да. Ну, увы. Видимо, все же не купим. То я могу пройти теперь в этом рума, погоди. Этом рума есть. Первая книжка. Привет. Кэтчер... Как? Что это за ник? Как это читать? Каруч? Кочеруч? Блин, ребусы из букв. А, просто короч? Кура? По итогу никто, видишь, прав не оказался. Ладно, кура. Кура мне больше нравится. Пусть будет так. Привет, Райф. Люблю ребусы из ников. Все мои 5 IQ прям сразу жестко напрягаются, когда такую вижу. Мне кажется, я могу еще найти первый секрет. А где первый секрет? Здесь. Привет, Кинаги. Я думаю, я все расставлю язык, наверное, раз я залочил. Блин, Юпитер вроде надо брать. Кура русский брат, кура ХС, лол. Жаль, кура не участвует в таком ивенте великом. Его даже не позвали, наверное. Он бы там бы всех бы заспидранил в усмерть.
Есть клип, нету. И не будет. Потому что рипа не было. Было просто новое начало. Был вайп, да. DLC вышло новое за $250. Просто пришел вайп. Да, в ноябре может будет еще один. Нет, не точно. О! Не, я бегаю по обычному. Я попробовал, сейчас это тупая хуйня какая-то. Я не знаю. Кстати, Нео, может, не видно, надо Нео про это рассказать. Если он еще войска будет играть. Кто-то вроде начинал до года, вроде пока не пошло. Может, ему понравится, потому что он тоже, я думаю, вряд ли эту настройку использует. Потому что я не думаю, что он еще кто-то нахуй знает эту настройку. Типа диагональной ходьбы. Может, ему понравится. Как бы на спидане, возможно, оно имеет смысл хоть какой-то, но и то я, блядь, не захотел бы с этой хуйней маяться. Ну, просто дико непривычно. И опять же, всякие, типа, мелкие доджи делать, мне кажется, гораздо будет хуже. Типа, с быстрыми диагоналами все наоборот будет. Вот за что я эту коробку люблю. Вот за это я ее люблю. Вот что я люблю. Балдежно. Вот это балдежно. И вот уже билд есть. Плюс 6 урона, кстати, за один пикап. Подожди, плюс 6. Плюс 6, нахуй. Это просто в два раза. Я получил больше в два раза от урона, который у меня был сейчас. Одним тринкетом. Вот это по-нашему. Это по-нашему. Это нормуль. Ради этого мы с этой коробкой и остаемся. Так, я думаю, магаз можно найти, наверное. Магаз можно найти, окей. Тупо плюс 6 урона. У меня, по-моему, забег был сегодня, где было 6 урон. По-моему, в этой... В Дарконе был 6 урона или 5 урон был. С одним мавом. Тут мне один айтем дал плюс 6 урона. Вот и думайте. Вот вам и стрики. Так, деньги надо все забирать. Потом могут пригодиться. Золотой рак и 2 гал. Кстати, я, по-моему, как-то раз находил, по-моему, золотой галп и золотой рок в одном ране. Как будто такое было однажды. Я думаю, я могу это взять. Да. Думаю, не обломаюсь. Как жаль, не взял Юпитер, чтобы опять был ран без скорости. Хотя он так, кстати, без скорости, если ну, скорость базовая, по большому-то счету. Так, скорость говна. Типа, если я стик сделаю быстро, я вот хуй смогу так сделать. Если я сделаю стик быстро, я вот такие движения вообще делать не смогу на геймпаде. Поэтому я не стал эту хуйню использовать дальше. Это прям очень сложно. Что он слишком дерганый становится из-за этого. К этому можно, скорее всего, привыкнуть, но я просто не хочу к этому уже перепривыкать, наверное. Все же думаю, не настолько сильно это меняет. Но, кстати, это не лучше, чем золотой рок, все равно. Типа я бы негатив забрал с этим тринкетом. Но не, это не лучше. Это точно не лучше, чем золотой рок. На клаве, да, на клаве довольно легко делать диагоналы. Там главное встать изначально правильно. Ты тоже вчера говорил про это. Там типа главное просто встать в нужном месте. Там довольно просто две кнопки одновременно зажимаются. Это несложно. Вот на геймпаде опять же тоже депад такая параша. На депаде все еще, мне кажется, сложно две кнопки нажать одновременно. Типа можно, но вот все равно я вот нажимаю, да, наверное, кнопка эта хуйня как-то странно дергается. Типа
Ну, типа, плюс-минус можно, но хз. Как будто одна кнопка порой просто отваливается. Нажатие. Типа такое. Мне вообще депад нахуй не нравится. На DualShock и на DualSense. Именно для мувмента. Да, по-моему, больше для каких-нибудь там файтингов больше подходит, по-моему. Чем для таких игр. Уже нужны точные попадания. Уже как-то проще на стике, пускай и медленнее. Зато надежно. Привет, Атом. Блять, Саник пошел. По-моему, как Летси давно не заходил, как там у него Соник идет, интерес. Всех уже выиграл или нет? Какой шанс на золотые, я не знаю. Полагаю, на Дэдгоде информация есть, наверное. Никогда, по-моему, в это не вчитывался. Скорее всего, шанс довольно маленький. Полагаю, шанс не очень большой. Зин, надо искать там вип-магаз, еще так с него пока ничего и не купил. О, тренька поменялся. Магазин. Скидка? Брат. Брат, дай скидку. Не брат ты мне, гнида грядовая. Гнида жадная, я бы сказал. О, зато есть тем-тренер нахуй за 67. Это да. Это у вас нахуй есть. О, погоди, правда, есть мем. Есть мем, но это правда такой себе мем. Ну, в принципе, нормально. Не уверен насчет 15 копеек за карманы. Как будто уже поздно. Или не поздно. Как будто поздно. Ладно. Так, вернее обратно. Но смешно получилось, что реально вдали это сделать. Стрэнг карта. Я прям жопой чувствовал. Хорошая карта. Заебись. Все это мы маринуем. Это мы оставляем мариноваться на ночь. Потом вернемся. Там на зверя билд, в принципе, почти готов, считаю. Да, урон, конечно, капец падает. Без стринки-то охренеть просто. Какая жесть. Просто весь забег один тринкет сделал. Да, и даже сделать нихуя. Охуенно, седы сегодня пизда просто седы сегодня. Просто пиздейшие седы сегодня. Чё нахуй с игрой это ебаное происходит сегодня? Чё за ад? Чё за раны, блять? То скорости, то дамагане, то сука сделок нет. Чё за мемы? Тут уже 4 забега, просто они все какие-то странные сегодня. Все до одного. Всё НФС видео. Перепутал карты. Игра и... Игра мне за НФС мстит. Давай, не нужно. У меня гапи есть одна часть, значит. Я не думаю, что я соберу гапи уже. Да и тем более не. Какой гапи, у меня 6 дамага, блять. Чё я несу? Какой нахуй гапис хэнд, блять? Гапис хэнд.
Прикольно. Ну, удачи маловато. Вообще прикольно. Я, кстати, как будто видел на продаже тринкет-то плюс иногда. А. Забавно. Ну, может, я это выдумал. Чем кошку я не беру, и тогда я еще в теории могу снова найти кошку, кстати. Если я не возьму, она еще в игре останется. Плюс я могу найти часть гапи даже, будет помогать, а. Я за ней вернусь. Я за ней вернусь. Пока пусть чилит. Хотя по итогу ни разу у нее это не воспользовался стартовой пассивкой. Либо нечего было, либо я просто хуй забил на фарм. Типа, хз, что-то было что фармить? Я не помню. Может, не было ничего, что я мог фармить. Так я и говорю, я вернусь. Я про это и говорю. Типа, сделку посмотрю, а там вернусь. Гапи, окей. Ладно, кто будет гапи. Принц медвежатина. Играл на ТЕ в Редиере, взял марку так 0 плюс соя FPS падал до 10, причем как будто из-за марки FPS падал. Ну, сои бывает такое, да. Может быть, из-за сои плюс марки вместе. Я давно не было прям FPS, чтоб падал. Не знаю, я уже такого не помню. Но, наверное, такое возможно. У меня раньше игра скорее просто крашила. Бывало даже без лагов, просто типа один раз типа атаку сделал, и игра тупо вылетела. Раньше такого было больше, по-моему, чем сейчас. Сейчас игра хотя бы стала вылетать редко. Из-за билдов. Почему не купил карту? Какую карту? Маппинг? Какая там была карта? Я деньги думаю тратить не хотел, потому что у меня еще в теории гапи части могли быть в вип-магазе, деньги хотел оставлять. Так, бустраж сегодня вообще мы не успеваем никогда. Я не помню, раз сегодня мы успели на бустраж, один раз все же было. Это приятно. А нахуй я взрываю? Я же вижу, ну хотя ладно, ради сделки взрываю. Это на этого хорошо, но все же мне кажется, плюс 6 урона это. Ну, я потеряю 2 урона с другой стороны, не 6. Потеряю 2 урона. Даже 2 урона терять неохота. Ну хотя это будет гапи брим с другой стороны. Блин, сложно. Собрал Нептун шоколадки, Днестон пострелять не мог после прока камня. Кстати, возможно, там были, да, какие-то, по-моему, поломанные синергии, возможно, это она и есть. Тоже возможно. I found pills. Фулл карту, пожалуйста, одну. Хотя бы одну. Больше мне не надо. Мне уже терза там поверх капа давно. Вчера хотел... А после хотел спать лечь. Тоже поймал поломную синергию. Эх, Саламанс, Саламанс. Саламанс сломался. Какой сам сложный перс, говноед. Фреймы, ну да, сегодня, я говорю, сегодня, видимо, такой день будет весь. Я вам никак не помогу.
Привет, Пункермен. Что случилось? Да забей. Просто представь, что его не было. Я думаю, так будет проще всем нам. Просто сделай вид, что его не было. Мы живем текущим стриком, мы не живем прошлым. Прям как будто мне не особо нужен. Ну хотя с другой стороны. Давай, наверное. Ну, хп прокость нормальную тему, чтобы потом поспать в кроватке. Ничего больше не оставил, я не помню. Была стрэнг-карта, но это потом. Пошипался дальше. А, сульфур был? Ну, не, наверное, сульфур брать не хочу, пофиг. Наверное, пофиг. Денег просто пиздец. Миллион. Куда бы их потратить? Автомат-то я прожал, да? По-моему, да. Автомат-то я, по-моему, поломал. Так, мне нужен магазин. Рума, в принципе, не особо нужна, и потом можно ее поднюхать. А, причем тринки-то идут по порядку. Окей. Я что-то даже там маленько упустил момент, что они идут все по порядку. То есть у меня из коробки падает то, что я вижу в сундуке. Вообще логично, да. Оно, видимо, вообще все сидит. Порядок тринкетов сидирован. Она мне лень. Ну хотя, блять, нет, мне не лень, там что-то может быть хорошее. Все же магаз того стоит. VIP. Ну давай. Ну ебать, конечно, носки, блять, да, носки, конечно, мощные. Ну, по сути. Давай. Скорость, в принципе, опять же. Скорость так-то полезна. Носки модельные. Тут Рамбо носки, да. Там в двух забегах или в трех сегодня, по-моему, не хватало их. По-моему. Блять. Ручной рассади, да. Похоже на то. Такие могут столько стоить, тут согласимся. Кстати, вы же понимаете еще, что я хочу сказать? Это опять весь мой урон. У меня опять 3,7 урона в конце рана. Опять дэмэджа вообще нет. День без дэмэджа сегодня какой-то. Типа, благо, конечно, есть мема, ладно, понятно. Терза максимально, вон. Гапи как-то вон высрали, но... Это пиздец. День какой-то сегодня проклятый нахуй просто. В этой игре. Я такого давно не помню, что такие были раны странные. Но тут благо похуй на дамаг, реально. Тут вообще не влияет. Так я не говорю, что я бил плохо, ты жопой слушаешь. Я говорю, что дэмэджа нет, а не то, что билда нет. Про статистику урона. И что ее, по-моему, все 4 рана, по-моему, нету подряд. То, что ран плохой. Ран-то по итогу вполне себе нормальный.
Ну, первые два были очень хуевые. Даже скорее второй. Что во втором был просто маф, и вообще больше никуда не было за весь ран. Санкис. You need to repent. You need to confess your sins and become saved. Let his light inside you cleanse your soul. Шли по цепочке. Щетринка. Деньги вернул частично. Я думаю, это где-то вот здесь все же. Нет, все же дальше без идти. Они пытались. Таких мух не помню. Синих? О, к слову про мух. Я скипал чё? А я скипал первый, да, этаж, по-моему. Да, я там скипал, там был блайнд на первом этаже. What the fuck? Там что-то больше будет, наверное. Там все не влазит. А, это мухи, да, это мухи особенные. Они только на подъеме есть. Это особенные мухи, да? Они есть только, когда идешь на зверя, только через кейвсы, когда ходишь. Типа, в кейвсах на подъеме к зверю они есть, больше нигде их нет. Не трахнули. Вообще дошли. Да-да, на B1. О, тут, кстати, еще и подвал остался. Балдеем. И подвал есть. Кстати, да, по лицу надо получать. Я получал по лицу, нет? Я не помню. Я думаю, я на догме поебало получу-то намеренно. Да. Меня могут наебать, это правда. Я, кстати, об этом даже и не подумал. Мне очень могут дать удачу после догмы. Там надо будет поебало получить обязательно. Это ж шизомеханика реально может хуже сделать в этом забеге. Спасибо, что напомнили. Да, я говорю, один дамаг за весь ран — это золотой рог. Типа один, но какой, конечно. Охренеть. Так, все, я уже себе поебал получил, вроде уже все нормально. Теперь можно на догме уже не дамажиться. Пойдем. Вон. Вроде все в порядке. Так, это не надо. Тоже не надо. Ну, ран не особо быстро получился. Ау. А, тебе да. Это даже хорошо, наверное. Ракета. Гораздо проще пользоваться ими. Блять, его заморозило. Я не понял, попал или нет. Найс. Нормально.
Фух. Не заскамили. Рук оставили. Неф, но лагает. Пакеты сегодня Twitch весь день пиздит. Полуэф, наверное. Не за главной буквой. Я, по-моему, с самого начала Twitch так хуйней мается. Этого не стоит. Ну, походу, все. Походу, стрим вообще сегодня, по-моему, на этом закончится. Твич не хочет нормально работать. Я, конечно, могу серый поменять, может, от серого зависит. Но не факт, что что-то изменится. Хотя в прошлый раз, кстати, это прокатило, смена сервера. Может, в этот раз такая же история. Ладно, сейчас кто-то забегаю. Включу другой, эти также будут, но сегодня уже закончим просто. Хватит на то на сегодня. И он тут же вернулся, окей. И тут же лаги прошли. А хотя не, нихуя. Нихуя не прошли. Было временное, походу. Просветление. А? Был на осколок, наверное. На него насел, наверное. Конечно, будет стрим вечером, и ночью будет стрим, еще утром стрим запущу отдельно. Все, все ради тебя, дорогой. Все ради тебя. Буду стримить 24 часа, я закрою для тебя лично, Джон. Как ты думал? Так, 20.